Всем привет, всем привет! С вами Шмыгов, на канале Ушмыги. Сегодня поиграем в игру в Неверген. В этот ужастик, который, как вы помните, мы не смогли с вами пройти, потому что просто не смогли и все. Стефан? Я сейчас покажу, в чем, короче, фишка этой игры. Потому что я, короче, понял, что нужно делать, потом опять вышел и хочу показать вам, что тут надо делать. Потому что у меня были проблемы, потому что я не мог попасть в... говоря, в пару комнат, которые были закрыты. А дело все в очень простом. В очень простой манипуляции. Вот, поэтому я сейчас вам покажу. На самом деле, это не очень понятно, потому что когда ты играешь... Господи, ну ты что прикалываешь? Ты пойдешь сюда опять? Ты нормальная, нет? Да, и тут ничего сложного нету, как оказалось. Собственно говоря, проведя несколько времени в игре, ты понимаешь, что это как бы очень все просто и стоит, если бы еще открывались двери, там, да. Управление вот этой мышкой, это как бы хорошо, но как бы нехорошо. Ладно, мы включили с вами, смотрите. Стефан? Там Стефан у нас. Это ты? Слышишь, помоги мне, я не могу выбраться, помоги. На самом деле, ну это было в прошлом ролике. Да, ты вытащишь его. Смотрите, короче, желтая фишка, это вот этот вот переключатель. Он переключает ворота и... смотрите, то есть... В чем была сложность? Сложность была в том, что... Об этом нигде не было сказано. Ну, то есть, это нужно было догадаться... А, стоп. Вот это говно выкинь. Я не понимаю, почему у меня начинается паника. Я вот честно не понимаю, почему и зачем. Это очень странное говно. Вот. Но ладно, хорошо. Оп. Пошла в жопу. Там вышла эта наша барышня. Теперь смотрите, мы вроде... Подожди, мы же все включили или не все включили? Мы все три включили или не все три? Да, мы все три вроде включили, вроде как. Или нет? Или я где-то не прав? Да, вот это включаем. Получается, мы включили все три. Но не включили одну. Смотри, какую. Вот эту вот. Потому что она закрыта. А почему она закрыта? А потому что нужно... Опа. Потому что нужно включить обратно ту кнопку желтую. И все будет на самом деле понятно. То есть здесь никаких проблем, то есть нет. Да, она ушла туда за клетку. Мы уходим опять в желтую, эту хрень желтую. Нажимаем это говно, уходим сюда. И возвращаемся направо и возвращаемся. То есть мы... Сколько я... Ать твою налево пошла. Да не, слышь ты, дура старая. Я же успел или не успел. Ну ладно, если не успел, то не успел. То есть политика партии такая, что с помощью вот этой вот передвигушки нужно просто бегать и все. На самом деле очень простая. Да сними ты это говно. На самом деле вот эта вот хрень, она не работает. Которую нам пытаются как бы разработчики игры сказать, что эта хрень работает, она на самом деле не работает, потому что она не работает. Да иди ты нахер. Подожди. Здесь была дверь, а я не помню. Я помню, что было 4. Было 4. Я не помню... Блин, выйди. Твою мать. Говна кусок. Мне нужно... Подожди, а куда мне нужно попасть теперь? Чтобы вспомнить эту дверь. Блин. Я не помню пароль просто на двери. Оп, иди в жопу.
У нас же была какая-то, блин, дверь. Подожди, а вот это если я разверну, то это будет синяя. Зачем мне синяя? А, я за этой оказался, за решеткой, понял. А, она не хочет, все, понял. Да, здесь нужно вспомнить, что за дверь. Там было будет на двери написано. Блин. Ладно, придется бегать за этой дурой. Старой. Ну давай в темпе, ёб твою мать. Да ёб твою налево. Ты чё, дур что ли? Короче, надо дверь вспомнить. Я не помню, что за дверь, как она выглядит. Ну, точнее, нет, я помню, как она выглядит, потому что это в той серии было. И я после этого еще играл. Но уже прошло дня два. Да. Подожди, я запутался. Да, сюда я не выйду, подожди. А вот эту вот хрень... А, я тоже не попаду. Подожди, а... Ну ладно, хорошо. Подожди, а как же я попадал... А, все, вру, я тупой. Да, я забыл, я забыл, ребят, что я вот так могу сделать. Ай, твою мать. Сейчас, да, мы туда пройдем. А что мы должны сделать? Мы должны дверь найти, на котором будет пароль, да? Я не помню просто, где это. Ага, так, это шалава старая ушла. Какие конфетки, дура старая. Ай! Это, по-моему, здесь будет, да? Нет, подожди, а где-то здесь... По-моему, нужно вот отключить опять еще разок. Разок на разок. Да? Да. Разок мы отключаем. Переворамбу. Нет, подожди, а где переворамбу мы должны сделать? Забыл опять. Блин, вот какая-то я в начало же буду. В начале буду. Не, не то. Что-то не то делаю. Подожди. А, нет, все там, да. Она туда ушла, а мы сюда пошли. Тут закрыт, все правильно. Мы вот это вот опять переворачиваем. Делаем в ходе амбу. Делаем в худяму, где-то здесь будет дверь. Пошла ты в жопу. Сейчас она сюда, короче, подойдет. Или не подойдет. Будешь там подходить, не будешь? Ты. Не будет, да. Нет, мы вот эту, да блин, переворачиваем, там будет дверь. Да. 4107. Вот, она, эта дверь, она не открывается, но здесь мы тоже не можем, видите, мы тоже не можем пройти, поэтому все нормально. Мы ходим обратно. Ой, бля. Пошла в жопу. И уходим сюда обратно. Так, теперь мы переворачиваем. Красное говно прыгаем. В желтую дверь прыгаем. Открываем дверь. 4107 это наш пароль к двери. Открываем дверь, которая... которая та, понял, да? Ой, опять не туда пошел, ребят, извиняюсь. Открываем дверь, переворачиваем это зеркало. Ой, подожди, не то зеркало, я вру. Вот сюда, вот это зеркало. Нет, подожди, запутался. Подожди, какое зеркало мне нужно перевернуть? Да, вот сюда мне надо, да, все правильно. Сейчас она пройдет, и мы с вами уже дальше продолжим. Вот такая вот кракозямбра. Кракозямбра, или как ее там зовут, да? Вот она ушла.
не учил, да, манерам. Собственно говоря, нужно набрать 4107. 4107. Это цифры римские. Ну, последняя 7, правильно? А это... Подожди, 4107. А, 10! Десяточку! Ну и чё? Это типа неправильно? Это же 4. Ой, вот так 4, туплю. А, 4 это вот так. Это мы что сделали? Это мы что-то отключили, да? Что мы отключили? Теперь мы можем... А, теперь мы можем открыть дверь, ту. Все, понял. Да, я просто запутался, что мне нужно открывать, что мне не нужно открывать, поэтому не обессудьте. Поэтому отстаньте. Нет, не то, подожди. Мы опять включаем вот это говно, правильно? И в то зеркало уходим. Ай! Сука, не надо, я не хочу умирать. Я хочу поиграть немножко. Дай поиграть. Старая. Старая, дай поиграть. Давай ты в темпе будешь, а не вот в этом жалком своем существовании. А, кстати, звук идет, подождите, ребят. Да, звук идет, все нормально. Извиняюсь. По идее, мы сейчас должны открыть и войти в дверь. И в двери будет, наверное, будет вот эта вот хрень зеленая. Ну, скорее всего, потому что, ну, задачка-то как бы простая, но... требует некоторых усилий. Что самое смешное, не мозговых, а... мне нужно это зеркало перевернуть. Бегает-то она быстренько, да? Спринтершон. Я знаю, вы здесь, детки конфетки. Детки конфетки, да? Думаешь, мы детки конфетки? Давай, хорошо, спорим. Так, подожди, а где дверь-то? Вот она. Ёб твою мать, не здесь. Бру. Она вот здесь, нужно перевернуть вот это зеркало. Нет, не это. Подожди. Запутался. Да хватит бегать-то вы. Вот туда не надо, ага. Молодец. Так, открыли дверь зеленую. И вот здесь она ходит, эта тёлка. Ну или как она, не тёлка, бабулька. А включить питание. Главное сейчас теперь. Блин. Не учила манеру. Ай, да иди ты нахер, слышь? Как ты успел это, слышишь ты? Ну и бесячая говнище, конечно. Ну, надеюсь, что вы поняли систему этой загадки. Она на самом деле не сложная, но, блин, ну бесячая, реально. Ну, потому что, ну, то есть, понятно, что нужно ориентироваться на желтые Е. Желтые огни, но как бы никто не объяснил. Вот это вот, я и понимаю вот эту вот логику этого геймплея, если это говно не работает. Объясните мне, пожалуйста, товарищи игроделы, как это говно, которое у вас не работает, мы должны хавать? Если говно, которое под названием халат, он как бы, ну, типа ни о чем. Что это такое? Как вы это делаете? Объясните. Так, вроде открывается, да? Ну, давай. Стефан? Ой, Стефан, нет. Стефана приговорили, походу, да? Опс. И что? Все, что мне сейчас хочется, это уйти. Исчезнуть навсегда. Мне так больно и страшно, что тело не слушается. Я только хочу проснуться.
Я надеюсь, что все это сон. Самый ужасный на свете. Мама, пожалуйста, разбуди меня. Мам, я видела, как умирал Стефан, но не... Опа, это куда мы побежали? Не хочу это помнить. Разбуди меня, мамочка. Разбуди, скажи, что все это неправда. Пожалуйста. Пожалуйста. Это она так сильно сжала руки, или это она... Или у нее какая-то болезнь? Я просто не понимаю, что происходит в этой игре, поэтому... В этой игре все очень странно все происходит, потому что здесь дают тебе ингаляторы, которые нахер никому не нужны. Тебе дают здесь спрятаться от говна, которое тоже нахер никому не нужно. Ну, типа... Выбраться из зеркаля, или да, из зазеркалья. Мы выбрали. Ой, ёб твою мать! Ой, ёб твою мать! Пошла в жопу. Стереть лестницу со всех зеркал. А что, да, блядь. А как можно было успеть-то от нее убежать? Это, типа... Так, короче, надо стереть... Надо, короче, искать зеркала. Зеркала надо, да. Так. Ваша мама учила вас с манером? Да не учила, господи, ты что, дура, что ли? Старый крик. Где у нас были зеркала в этом доме, ты помнишь? Она, по-моему, ниже ушла, да? Так, зеркало одно вижу, но нет, здесь нету. Бибип, так. Стираем говно. Так, 2 из 4. Блин, а почему меня трясет-то меня? Не пройти. А почему меня трясет-то? О, еще одно. Стой, говно. Прими лекарство. Подожди, вещи. А у меня нет ингаляторов, почему? Твою мать. Говно бесячее. Я же находил ингаляторы, почему ты не хочешь находить ингаляторы? Что здесь? Нет. Блин, мне нужен ингалятор в натуре. Подожди, точно у меня нет ингалятора? Он же на R, да, нету. Какого хера? Блин. Да ёптель! Да ты чё, гонишь, что ли? Дверь сама закрывается, прикольно. Да, очень классная игра. Мне очень сильно нравится, да, классно. Ну мы сдохли, короче. Короче, а где было еще одно зеркало? Кто-нибудь помнит или нет? Одно зеркало, по-моему, где-то было... Ну, нет, соответственно, оно ниже должно быть, правильно? Чем? Подожди, а дай-ка мне эскейп, нажми эскейп. Ингалятора 6 из 16. Я... 41.07. А, ну тут ничего не это, да? 41... Да блин, не в ту сторону. Пока самое нормальное в игре это музыка. Все остальное в игре это прям, ну, прям днищенское дно, что я реально, ну, я не понимаю. Почему оценки у этой игры... Да ёб твою мать. Почему у этой игры огромные оценки в Стиме, я реально не понимаю. Это... Да ёб твою мать, назад давай. Это как бы, ну, типа... Это прикол, что ли? Я не знаю. Типа, вы никогда не управляли мышкой, типа, чтобы двигать предметы или что? Камон. О! Стереть лестницу со звезды... Опа. А чё сейчас будет? Только не скрим. А, да ладно, она сдохла. Серьезно? Серьезно? Прикол. Так, подвал. Но в подвал меня не пустят. А, у меня же есть это говно, слышишь? Вещи. Мы же нашли циферблат, или как он там называется по-умному. Икс. А что дальше надо делать? Подожди, а что у нас по заданию? Да открой ты задание, ты бесишь меня.
Не, а как там это делать-то? Не вещи назад. А, никаких заметок, а по заданию найти Стефана и родителей. Все то же самое. По заданиям, короче, ничего нормального нету. Так, открывать что-то бессмысленно, это двигать тоже пока бессмысленно. Музыка заиграла зато, да? Выключи нахер. Открывай. В смысле? Я сказал, выключись. На часах. Там все время определенное время было, все время. 4 часа, да. Моя семья, да, классно. Так. Может быть, мы что-то... Чердак открывается же, да? Да, мы отсюда начинали. Что в чердаке есть, подожди. В чердаке есть нихера. Вещички, которые можем... Только в левую сторону. Здесь есть какое-то говно, здесь есть тоже какое-то... Ага, открывамбо. О, заметочка. Это за... Или что это такое? Воспоминания. Кукушка. Часы с кукушкой постоянно пугают Стефана. Он старается позавтракать до полудня и пойти к себе в комнату или гулять, чтобы не застать кукушку. Я очень люблю эти сказочные часы, но папа не позволяет никому их трогать. До полудня, то есть 12, да? А везде 4 часа сейчас. Это что такое? Опа-на! Ключарский! Что за ключарский? Подожди. Вещички. Старый ржавый ключ должно быть... Это ключ от подвала. Но сейчас, глядя, он сможет что-нибудь открыть. От подвала. Пойдем в подвал. Пойдем в подвалецкий. Тут больше ничего нету, да? Отодвигаем это говно. That's strange. It doesn't work. Странно, но не работает. В коробках, может, еще что-то будет? Нет? За коробками. Хорошо, значит, ключ от подвала. Пойдем в подвал. Ключ от подвала, да? No way. Не пройти, но у нас есть ключ. That isn't right. It doesn't fit. I might break it. Так можно все сломать, понятно. Понятно, что нихера не понятно. Что надо делать? У нас есть ключ, у нас еще одна дверь запертая, у нас еще есть входная дверь запертая, правильно? А, у нас еще загадка про часы. Но... Опа. А если вот так сделать? Подожди. Да, слишком низко. А, слишком низко. Смотри. Стул брось. Стул наступать. Стул наступать. Так, очень низко, очень высоко. А как теперь это говно сделать? Подожди. А ты приседать? А, приседать ты умеешь, молодец. Опа, ключ. От чего ключ? Что за... А я ниже не... В смысле? Блять. Слезь нахер. Что за ключ? Ключ от папиного кабинета запрещал играть в его кабинете, потому что это опасно. А, но единственная закрытая комната у нас, по-моему, вот эта, да? Ну, это, я так понял, подвал, а вот этот говно, да? Не пройти. Пройти. Не, в ту сторону. Отлично. Так. И ящики рассматриваем сразу. Смотрим, что здесь такого. Интересного. Вещички опять только налево, да? Вещички, вещички. Говничка. А, подожди, я же могу присматриваться. Опа. Я забыл, кстати, про это. Так, ингалятор. Два ингалятора. Это что за говно? Папа строго запретил мне это трогать. Одна банка, одна мензурка, точнее, которую можно юзать. Что это такое за говно? Ага, переварамба. Папа оставил некоторые рабочие записи, это раствор от ржавчины может мне понадобиться. Удалить ржавчину с ключа. Так.
Два ингалятора, хорошо. Заметки. Избавиться от ржавчины. Избавиться от ржавчины. Раствор хлорида цинка 5 грамм формула. Гидронат калия 0,5 грамм формула. И вода, и смешать. Все смешать в одно говно. Так, что-то там было... Короче, не забей. У нас есть зоркий глаз. Вот это берем говно. В смысле? Там больше ничего нету? Давай почитаем. Воспоминания. Приветствую тебя, Джозеф. Погода у нас здесь прекрасная. Последние две недели особенно тепло, плюс 30. У нас с Гертрудой замечательная комната, большая кровать с мягкой периной, мебель из красного дерева, вид из окна потрясающий. Лес, горы. Мне казалось, что из предыдущего письма ты не понял все прелести пребывания здесь, так как от ответ от тебя я так и не дождался. Сегодня у меня выходной, поэтому я решил снова поделиться с тобой своими впечатлениями. Работы здесь не очень много, но подходить к ней нужно очень ответственно. Я думаю, тебе бы понравилось. Ведь это такой шанс провести множество исследований, на которые раньше нам с тобой не хватало сил и средств. Но сейчас все под рукой, все необходимое. К тебе скоро должны приехать наши сотрудники, чтобы официально сделать предложение о работе. Я знаю, что тебе эта идея не совсем по душе, но прошу тебя, подумай еще. Тебя многие знают здесь и надеются, что ты присоединишься к нам. Ты и Ирена. Кстати, как она? Говорили, что она неважно себя чувствовала. Привози ее сюда. Здесь чистый воздух, природа, вода, право, не очень. Но всех сотрудников обеспечивает минеральной чистейшей водой, поэтому об этом не беспокойся. Зарплата достойная, почти вдвое больше, чем мы с тобой имели в нашей лаборатории. На обед сегодня была наивкуснейшая говядина, томатный суп, абрикосовый джем и очень вкусное сливочное мороженое. Повара здесь что надо. Вчера брал анализы по своей новой методике. Ты представить не можешь, что я обнаружил. Это, наверное, можно назвать прорывом. В общем, приезжай, я с тобой всем поделюсь. Так много нужно тебе рассказать. Буду рад встрече с тобой. С уважением, Мартин Делонг. Какой-то Мартин Делонг, который нам нахер не нужен. Ты можешь выключить говно? Очищение пробирка. Полоснуть водой, залить теплой хромовой смесью и промыть несколько раз. Полоснуть водой, избавиться от коррозии. Раствор хлорида цинка мы это нашли. И калия мы не нашли. Смешать, вывести пятно с ткани, хлорида. Мы с тобой не нашли. Почему? Хер его знает почему. А, пойдем-ка сюда на доску. Мы можем... Папа рассказал мне, что это таблица, но я ничего не поняла. В смысле, мне сейчас не нужен ингалятор? В смысле, позже? Ты же задыхаешься, ёпарный карась. Ёб твою мать! Чё за приколы? Куда ты идёшь? Алло. Барышня? Ты же барышня? Я ничего не делаю, ребят. Я не могу ничего делать. Что происходит? Алло. Алло, мадам. Можно как-то поиграть в игру или нет? Все? Нет, ее не отпускает, смотри. То есть это сделано, короче, в игре по таймингу, я правильно понимаю? Что я нашел то говно, прочитал то говно, меня начало... Что мне делать-то, алло? Я нажимаю на все кнопки, она просто тупо крутится. Типа, пока она не сдохнет или что? Что происходит, алло? А, я понял, прикольно. Очень-очень классно. Очень классно, да. Очень классно и... А, то есть меня будет колбасить так постоянно или что? Да блин, я опять забыл, что в другую сторону нужно этот. Так. Так. Мне нужно вниз. Там что-то. Тут что-то где-то попадало, скорее всего. Ага. Заметки. Или что это? Воспоминания, хер его знает. Заметочка. Фруктовый штурль. Тесто. 7 стак муки. Прикольно. Разрыхлителя. И 5 яиц. 2 стакана сахара. Маргарин. Ваниль. Всем. Да?
Гидротарат калия. Разрыхлитель гидротарат калия. Подожди. Гидроформула, гидротарат калия. А там у нас что был? Разрыхлитель. Пойдем на кухню. Скорее всего, он там. Это разрыхлитель. Ёб твою мать, это знаешь, помнишь, мы это все хватили схватить, мы все это с тобой хотели схватить, потому что это говно горело. Я не помню, оно, по-моему, где-то здесь было. Где это говно было? Внизу, по-моему, блядь. Или наверху, я не помню уже. Вот это говно. В смысле, блядь, дура, что ли, старая? Так, это говно мы нашли. В смысле, опять нужно этот тюбик? Не надо эксперимент. Да ёб твою мать, убери это говно, иди в сраку. Сюда, вот здесь спокойно, тепло, шикарно. Класс. А подожди, мне надо еще что-то было. Подожди. Удалить ржавчину с ключа. Да в смысле? Так будет быстро все? Сучка. Что, наверное... Да ебаная карась. Вода 100 миллилитров. Вода. Как нет воды, еб твою мать? Как нет воды, ёбарный карась, ну нет. А у меня нет этого говна больше? Подожди, да убери ты это говно. У меня больше нет этого, блин, ингалятора. Ты бесишь, игра. Реально. Подожди, а что там было про, там что-то было про воду, что типа нужно очищать какое-то говно? Я пробирку могу взять какую-нибудь или нет? Слушай, пробирку я вроде никакой не могу взять. То есть мне нужно просто тупо воды набрать. Но я воды не наберу, потому что я подыхаю. Да. Ингаляторы 8 из 16. То есть я еще не нашел 8, да? Ну я хер знает, где они валяются, твои ингаляторы. Маленькая ты дура. Ну ладно. Воды, сучка, сможешь набрать? Не сможешь, я понял. Короче, надо воды набрать и искать ингалятор, наверное. В другую сторону. Пошли вон, Стефанчики. Стефанчики повешенные. Пошли в жопу. Так, я на чердаке. Я на чердаке. А ты? Да блин, а где ванна? Тут где-то же была ванна. Подожди. Во-во-во, вот здесь. Есть вода? Есть вода? Water. Ну и чё, вода, и чё? That isn't dry. В смысле не подходит? Так, всё. Мы получили ключ, пошли отсюда в жопу. Быстрее! Сука. Бесит меня это. Какого хера? Да убери ты! Да почему вы сделали кнопку, блядь? Ладно, это я сам виноват, согласен. Согласен. Так, вещички быстрее, старая ты скорга. Оп. Ну, блин, она не хочет, она не может вниз. Оп. Все, я ушел. В подвал. Тут много ингаляторов. Опа, сохранено. Так. И что это? Что за лес? А, астма не ушла. Я понял, прикольно. А, нет, ушла. Мы в тюрьме? Чё?
Что за куча говна? Эмма, wait. Следуйте за Эммой, 0 из 3. Настала моя очередь. Я пытался объяснить, что не нужен осмотр, что это ошибка. Но строгая женщина в медицинской маске даже не посмотрела на меня. Заметка. Или воспоминания. А я не могу прочитать, да? Я пока не могу прочитать, ребят. Сейчас добежим, прочитаем. Подожди меня. Я не знаю, правильно ли мы сделали, что сели в этот поезд. У нас даже не было билетов, хотя никто и не спросил их. Девочка, похожа на Эмму, оказалась немой. Меня это очень расстроило. Надеюсь, мы недалеко уехали. Сойдем на следующей остановке. Еще одна заметка. Я не могу читать заметки? Почему? Ну, блин, да, не могу. Подожди, я туда иду или не туда иду? Ну, подожди, по идее сюда. Я же по башмакам иду этим ссаном. Или нет? А трагическая какая-то музыка начинается. Ну мы... Типа, отсюда мы, наверное, сами идем, чтобы искать какое-то говно. Ты видишь какое-нибудь говно? Я не вижу никакого говна. Говна видишь? Кусок говна? Нет, не вижу. Везде забор. Ну у нас же была история, что... Подожди, или не было? Не помню. Ой, это что за говно? Пойдем туда. Я так долго тебя искала. А ты кто? Ты же не Эмма. Зачем ты мне нужна? Когда все вышли из поезда, нас встретили какие-то люди в черной форме. Они кричали и показывали нам что-то. Мы со Стефаном ничего не понимали. Никто ничего не понимал. А у меня сломался интерфейс, прикинь. Я не могу прочитать никакие записки, прикинь. Я не могу прочитать записки. Что тут надо сделать? О, ключарский, давай сюда ключ. Быстро. Ты кто вообще? Я так скучаю по тебе. Ты Эмма, видимо, да? Почему все разлетается, как будто всех сожгли? Или что это такое, я не понимаю. У меня один вопрос, ребят, почему я не могу? У меня баг с игрой, я не могу открыть интерфейс. О, не интерфейс, а не могу. Дневник Tab. Он не работает. Т не работает. И не работает. Вы слышите, звук есть, а ничего не работает. Мне надо что, собрать дверь? Ёб твою мать, я чё, строитель? Ёб твою налево. Это типа, это загадка? Это загадка игры? Ой, извиняюсь, ребят, я не ругаюсь матом, да? Матом мы не ругаемся, да, но это пиздец. Ёб твою мать. Смотри, они засунули вот эту вот штуку в крайний правый ряд. Вы серьезно, ребят? Вы нормальные вообще, там, адекватные? Кто создатель этой игры? И правый... Сык. Идиоты, блядь. Ну, то есть в хоррор-игре, понимаете, чем нужно заниматься, да? То есть то, что вы там играли во что-то, это как бы никого не колышет вообще ни разу. Ну, окей, поздравляю вас, что вы там во что-то играли, но как бы это всем насрать на это. Потому что... Да, вот больше дебилизма я, если честно, не встречал. Так, подожди, мне нужно вот это говно сюда переставить. Это говно сюда переставить. Правильно? И чё дальше, блядь? Ой, бля. О, это пиздец, на самом деле. Я не люблю вот эти вот раскладывания всякой этой мозаики, блядь, которая нахер никому не нужна.
И чё? И чё? И ёпарный карась. Не, ребята, это реально такое, это такая бредятина. Вот заниматься в 2019-м такой хероборы, это нужно постараться, если честно. Но это нужно... Да ёб твою мать, дай ты по... Дай фигуру поднять. В смысле? А почему не подходит-то? Чего? Подожди, а почему не... А почему картинка-то не подходит? Алло? Вы там накуренные, что... А, я понял. Нет, не понял. А, понял. Это вот говно нужно вниз отпустить, потому что... Ой, блядь. Вот дебилы, конечно. Господи, ты прости меня, пожалуйста. Но это просто, это какой-то пиздец. Вот эту вот часть надо поставить вот сюда. Понял? А вот это вот сюда. Понял? Блять, это пиздец. Реально. Я не могу. Я не могу без мата уже, ребят. Это какой-то... Это... Я не знаю, что это такое. Это не игра. Это какая-то... Это каш... Блять... Так нет, это... Вот это нужно местами поменять. Как это сделать? Это нужно по кругу, короче, опять идти, да? Правильно я понимаю или нет? Блять, тут еще управление мышкой через... Блять, такую жопу сделано. Я е... Да, музыка-то хороша, я не спорю. Как бы, музыка замечательная, но... Все остальное, это просто какой-то такой бред, блять. Дай... Ебись ты конем, ты говно, ты ссаная. Мы открыли это говно, входим. А я не прочитал заметки-то еще, подожди, проснуться. Я до сих пор не могу прочитать заметки, которые мне дали, прикинь. А, подожди, у меня сохранено. Сейчас я сделаю выход. Ребят, подождите, да, я хочу выйти и зайти. Я хочу прочитать заметки, потому что там... Там же вся информация именно в заметках происходит, потому что, ну, они более интересны, чем сам этот... история, как показана от видео. Это знаете, как это, когда говорят, что есть некоторые режиссеры, которые могут всю историю показать без разговоров, то есть камерой. То есть здесь такая же... Вот. У меня наконец-то открылись эти заметки наши. Давай почитаем, потому что это интересно. То есть есть некоторые режиссеры в кино, которые показывают именно видео, где на видео без слов
там, ну, музыка может быть, да, но они показывают именно без слов, что происходит, и это всем понятно и всем доступно. Когда ты не можешь ничего показать видео, ты прибегаешь вот к таким воспоминаниям. Осмотр. После осмотра некоторые люди шли обратно. В основном это были бабушки и дедушки. Другие входили в следующую дверь. Настала моя очередь. Я пыталась объяснить, что мне не нужен осмотр, что это ошибка. Но строгая женщина в медицинской маске даже не посмотрела на меня. Она долго что-то писала в своем журнале. Позже она спросила мое имя и фамилию. Также записала это в свой журнал. Нужно было раздеться для осмотра. Мне стало очень страшно. Я сняла пальто, сверху положила свой ингалятор. Женщина злобно уставилась на меня и крикнула: «Астма!» Я сказала «да», но папа составил план лечения, возможно, скоро я смогу жить нормально, без ингалятора. Кажется, ей не понравился мой ответ, она не стала проводить осмотр. Она написала какие-то цифры и буквы напротив моего имени и указала мне идти обратно. То есть, короче, по истории мы знаем, что они сели в какой-то другой поезд на платформе, где потеряли своих родителей и, собственно говоря, брат с сестрой. Стефан и Саша, вот эти, да, они попали куда-то, где был осмотр. Скорее всего, это был какой-то лагерь. Ну, мне так кажется. Ну, потому что мы бегали, где решетки были, и там были эти спальные места, барак. То есть это какое-то, то есть древнее время. Ну ладно. Остановки не было очень долго. Люди в поезде почти не разговаривали между собой. Так иногда перешептывались о чем-то. Я пытался узнать у мужчин, что стояли к нам ближе всего, о том, скоро ли будет остановка. Мужчина в шляпе ответил с грустью в голосе: «Скоро булочка». «Скоро булочка». Он что-то еще добавил, но я не расслышал, переспрашивать я не стала. Мне кажется, мы ехали около 3 часов. Наконец-то поезд издал характерный звук и остановился. Звонок родителям. Я хотела сказать, что мы случайно сели не на тот поезд, и нам нужно вернуться обратно, но я не знала, как это сказать. У людей в черной форме было оружие, они постоянно хватались за него, когда кто-то пытался что-либо сказать. Все пошли в одном направлении, каким-то воротам. Я подбежала к женщине, которая шла с маленьким ребенком, хотела узнать, куда мы идем. Она ответила мне, что сейчас мы идем на осмотр. Какой осмотр? В голове была каша. Я взяла Стефана за руку и хотела уже развернуться и идти обратно, но один из военных ударил нас палкой по спине. Тут же подбежала женщина, она была в черной юбке и тоже с оружием. Она подняла нас с братом с земли и спросила по-польски: «В чем дело и почему мы не слушаемся?» Она что-то сказала тому человеку, который ударил нас, и повела нас в какое-то одноэтажное здание. Там нас встретил другой человек в такой же форме. На смешном польском он задал нам вопрос: «Где наши родители?» Я сказала, что они сейчас дома. Короче, если сейчас это окажется, что это, типа, мы сидели в каком-то концлагере, это будет очень забавно, потому что это что-то такое, да. Что по заданиям? Проснуться. Найти Стефана и родителей. Так, проснуться. А как мы можем проснуться, если мы спим? Открыли нашу комнату, смотри. Открыли нашу комнату, но тут ничего нету в нашей комнате. Правильно? Повеситься мы можем? Нет, не можем. Нужно... Ну тут... Короче, тут ничего хватать уже нельзя, да, в этой игре? А, то есть все уже поросло... Поросло говнищем, да? На чердаке, может быть, что-то не открыли? Зеркало... Да нет, в принципе, все. А что у нас, подожди, было? Подвал? Подвал мы открыли. А что еще мы не открывали? Мы же все открывали вроде. Или не открывали? Что мы не открывали? Что за голова вот здесь, я не понимаю, болтает? А, мы вообще не можем контактировать с ящиками, прикинь. Не открывается, почему? Не пройти. Почему? Подожди, как это не пройти? Нам же дали ключ, блять, где мы нигде его не использовали. Писано это говнище, а? Нету ключа, а где ключ? А, вот он ключ, я тупой, да, вот он ключ. Ключ от главной двери, погнали. Открываем его. А, вот в эту сторону. Открывай в эту сторону. Проснулся, выполнили, все? Так, бежим, я ничего не нажимаю, это видос, типа, да? А, ну мы в концлагере, типа, да? Я понял. Это конец. Я бежала, что было силы. Я бежала от самого страшного кошмара в моей жизни. Ой. Внезапно я почувствовал острую боль в районе поясницы, затем в ногах.
Я упал на запорошенную снегом землю, приятная прохлада коснулась моего воспаленного от слез лица. Я сжала в руках холодный липкий снег. Под ним чувствовалась еще не увядшая до конца трава. В голове туман. Как будто жизнь, как песок, убегает сквозь пальцы. А ты ловишь ее, но все, что ты в силах сделать, это собрать ее с земли. По крупицам, вместе с грязью, которую больше ничем не отмыть. Я почувствовал тепло, будто бы все стало как прежде. Как будто рядом была мама. Она гладила меня по голове и пела мою любимую колыбельную. Это все. Автор и режиссер Валентин Щекин. Валя, Валя, ёб твою мать. Подождите, объясните мне, пожалуйста, Инна Фомина, сценарист. Объясните мне, пожалуйста, а можно выключить это, да? Я могу просто пообщаться? А почему прогресс 78? Я что-то не нашел? Воспоминания 10 из 20. А, то есть я что-то не нашел. Ингалятор и так, понял. И секретов не нашел. Ладно, я не буду говорить, что это такое, и как, и все. Ну, давай, ладно. Вроде меня будет слышно. А, то есть, мы были в лагере, да? В концлагере. И мы якобы делали себе иллюзию, типа сна, да? Иллюзия сна на Неверэгейн, да, никогда больше мы не будем играть в такое, да. Мы сделали себе иллюзию сна, что мы типа дома, и у нас все хорошо. У нас не было типа... в принципе, да, согласен. А потом в сон включали, В принципе, логично, да. Типа, это просто был сон. Но, в принципе, смотри, а мы поменялись в этом, на заставке. А любой, в принципе, ужастик или хоррор можно объяснить сном, но это как бы, ну, типа, что за бред? Да, это такой якобы пародия на, если кто смотрел фильм с двумя девушками, господи, как уже он назывался-то, Малхолланд Драйв. Если кому интересно, вот там про сон более прикольно и более круто сделано. Но это фильм, все-таки я понимаю, это игра, она... Неважно, если кому интересно про сон и связи со сном, посмотрите Малхолланд Драйв, это очень крутое кино, Дэ Финч его снимал, такой режиссер, и если, короче, все, отстаньте от меня, все, всем счастливо, всем пока, с вами был Шмыга, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока, до!